хочу стать психологом, потому что мне нравится эта профессия. Я хочу стать парикмахером, чтобы, ну, для того, чтобы они ходили. Но они сейчас все простые, а мне хочется, чтобы все были такие необычные. Работать там инженером, там корабли всяких чужих, а потом офис хочу. Я мечтаю, чтобы моя семья была самая дружная, чтобы никогда не разлучалась. Я хочу быть профессиональным спортсменом, потому что это укрепляет человека не только физически, но и душевно. Пока как-то этого нет. Значит, вроде все.